Привет, мне 41 год, я основатель проекта Йога Метод, меня зовут Павлов Михаил. В этом году мы приехали на остров Камаду на Мальдивы, у нас было здесь 35 человек. В какой-то момент я подумал, что было бы неплохо понять, почему люди едут с нами, почему такой отзыв, такой отклик на то, что мы делаем. Мы проводим здесь мероприятие, курс по йоге и базовый курс по фридайвингу вместе с моим напарником Михаилом Поморовым. Марк, мне 20 лет, я приехал к вам из Барселоны, там учу бизнес-дизайн. Мы решили сделать такое небольшое блиц-интервью, в котором задали ребятам несколько вопросов на тему того, кто они, с какой целью они приехали сюда и что они получат в итоге. Привет, меня зовут Галя, я живу в городе Берлин. Занимаюсь ресторанным бизнесом. Также я мама троих детей, жена, человек. Привет, меня зовут Марина, я приехала из Франции. Меня зовут Лариса Адамян, я приехала сюда из Чикаго. Николай Кузнецов из города Москвы. Привет, меня зовут Саша, мне 29 лет, и я из Питера. Михаил Поморов, я из Санкт-Петербурга. Я здесь, чтобы провести семинар по йоге. Знаешь, у меня родители всегда занимались йогой, сестра занималась. Я решил тоже, нужно попробовать, узнать, что это такое. И вот приехал посмотреть и позаниматься. Интенсивные уроки, очень хорошая группа. Иногда хочется сдаться, но благодаря таким талантливым учителям хочется держаться и продолжать заниматься. Я приехала сюда отдохнуть в таком, наверное, простом и правильном понимании этого слова. Именно вырваться из мегаполиса, вырваться из каждодневной суеты, из работы, где тебя бам-бам-бам-бам-бам все атакуют. И побыть собой, очиститься и посредством этого очищения наладить какую-то внутреннюю вообще связь, послушать себя и, ну да, отдохнуть, набраться сил. Моя сестра только начала заниматься йогой, и я хотела ее поддержать. Она очень хотела поехать куда-нибудь с большой группой, с опытными людьми, посмотреть, что происходит, как это делается. И вот мы с ней решили вместе поехать на Мальдивы с ребятами и также пообщаться немножко, поскольку мы живем очень далеко друг от друга. Деловая действительность очень сильно меня вышелочила, или как это сказать правильно, задушила. Вот. А я здесь для того, чтобы найти новое дыхание, свежий ветер в своей голове. Почему мне нравятся Мальдивы? Здесь потрясающие условия для фридайвинга.
Есть, безусловно, свои нюансы, связанные с течением и поиском глубоких спотов, но наши курсы и моя идея о фридайвинге в целом не лежит в рамках каких-то спортивных, соревновательных